Ребят, ребят! Что случилось, Матильда? Наши яйца! Их украли свиньи! Свиньи? Матильда, а как они его украли? Ты хотя бы что-нибудь видела? Да, они украли эти яйца. Я сама это видела своими собственными глазами. Это понятно. А еще что? И да, они построили там какую-то крепость, и теперь нам их не пробить просто так. Есть идеи? Эй, Бабус, у тебя есть идея? Нет, Бом. Скорее бы их там так расшибасить. А у тебя есть? Нет, у меня тоже нету. А у тебя? И у меня нету. У меня тоже идей нету. А у тебя, Матильда? У меня тоже нету. Давайте спросим у этого, как его там зовут. Припомните, ребят. У самой большой птички Терренс. Точно, Терренс. Терренс. Терренс, у тебя есть рогатка или что, или что-нибудь еще? А куда он ушел? Без понятия. О-о. Ты, наверное, устал, Терренс, но все равно ты молодец. Куда он опять пропал? А фиг его знает. Птички не пройдут через нашу крепость. Кто полетит первый? Хорошо, давайте полетит Бабблз. И даже и надуваться не пришлось. Что ж, на этот раз вы выиграли. Но на следующий раз вам не выиграть нас. Ура, слава Бабблзу! Ура! Продолжение следует.